Индеечку, жри индейку, пожалуйста. Жри индейку, собака! Приветствую вас, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс. Мы на аккаунте Бухалыч, и в сегодняшнем видео мы будем проходить бункер Браво с нуля. Поэтому не забывайте подписываться на канал и ставить свои сочные лайки под этот видос. Генератор ставим на место, и теперь смогу я войти в лобби бункера Браво. В чем прикол? Я хотел сразу же положить генератор. Первый генератор я привез. И что? Хотел его поднять и поставить на видео. Но мне написало вот что. Поэтому у меня на базе слишком много таких предметов. Поэтому вот это мертвым грузом будет лежать у меня в бункере Браво. Ну ладно, это бывает. Не часто, но бывает. Сразу же подучен я горьким опытом. На стриме бункер Браво мы проходили. Поэтому я сразу же взял кучу ингредиентов, которые помогут мне, ребят, активировать один из терминалов, чтобы отключить турели. Турели отключим и пройдем, ребят, весь бункерец-бровец. И, наверное же, так залутаем ящички, драгоценнейшие ящички. Подходим мы на место. Где он? Вот. Вот эту вот штуку мы будем сегодня собирать. Где нужно 5 электроники. Немного, как они там называются, микросхемы. Также нам нужно 60 изоленты. После этого вкинем флешки, транзисторы, болты точно нужны нам. Короче, я взял всего и побольше для того, чтобы собрать вот эту всю штуку. Я знаю, что довольно-таки проще будет все сделать. Довольно-таки проще отключение турелей. Ну, больше всего помогает, наверное, в прохождении. Следующее, конечно, бы открытие замков мне не подойдет. А вот отмена патруля, вот это уже будет топовая тема. Давайте я вернусь за огнестрелом, и мы отправимся уже проходить наши этажи. Второй этаж бункера Браво, мы туда опускаемся голым. Почему именно так, я вам скажу. Для того, чтобы бункер немножечко стал проще. Может быть, это, конечно, я придумал. Но мне показалось, когда первый раз мы проходили на стриме, что когда ты сливаешься, второй раз вам дают немножечко поблажечки. И немного, может совсем немножечко становится проще. Сейчас мы все перезапустим. И с самой неимоверной ненавистью пройдем этот этаж. Так. Перезагрузка системы, отключаем турели, активируем систему. Также вылетело сообщение, что через 15 минут будет сервер перезагружен, поэтому мне нужно просто неистово быстро это все пройти. Саперы убирают просто на изи, одного даже убил, что он не успел взорваться. Снайпер, сапер, вы сами знаете, что саперы бывают очень коварны. А вот штурмовики это мужички, которые могут вас реально остановить на долгое время. Так, плевать, или это снайпер? А, это оба снайпера. Я думал, один сапер, один снайпер. Поэтому очканул. Отключенные турели довольно-таки экономят ваше время. Поэтому я советую, если у вас есть возможность, сразу же отключите, ребят, турельки. Хух. В воде не так уж и быстро передвигается наш персонаж. Но можно там насосы собрать, чтобы вот эту воду откачать. И еще быстрее это все пройти. Круто, да? Я тоже так думаю. Так, фэнскар меняем. Вот. Вентиляцию, если вы соберете, вы не очистите этаж от радиации. Вы просто очистите вот эту вот вентиляцию от поливателя. Думаю, тоже на изи. Если все вот это собрать в огроменную кучу, то да, ребят, должно быть намного проще проходить вот это все. Намного. Крикуны довольно-таки серьезные противники, ведь они могут орать и оглушать. Вот, штурмовики. Про что я говорю? Штурмовики могут довольно-таки неплохо вас задержать. И, если честно, если два штурмовика вас зажмут у стенки, все. Как говорится, до свидос. Потому что нормального прохождения дальше не будет. Штурмовика минусанули. Подрывника. Давайте. Кстати, это первый подрывник или уже второй? Паразитов, по-моему, я еще не видел. Паразиты тоже коварные. Штурмовичок-боровичок. До свидос. Джиггернаут. Вот именно вот эти вот мужичары. Они патрулем являются. Если вы соберете отключить патруль, по-моему, Джиггернаут и еще какие-то там мужичары уберутся. Вот они здесь находятся.
Чекаем дальше. Бамс. Кислотное пятно очистить от радиации, да? Вот именно и есть радиация вот эта. Вот эти вот пятна и есть радиация. Поэтому не надейтесь, что вам отключат радиацию. Вы будете проходить все просто изи-брижишно. Опа, так стал. Я знаю, что я теряю очень много времени на этом всем, но... Так, снайпер улетает. Снайпер еще один даже не успевает. Рядовой, вот я не знаю. А вот вентиляция, ребят. Очистка вентиляции дает... Убирает вот этого вот плевуна. Да, свитос плевун. Фух, терминал. И надеюсь, что у нас все в топе, и мы сможем справиться с нашим боссом. Индейки, вы помните, да? Ядовитый плевун. Вот здесь, вздувшись от трупа, можете воспользоваться противогазом. Ну, а можете, конечно, не воспользоваться. Так, мне нужны аптеки. Мне нужны ваши аптечки, товарищ. Вот, вот, мужичок. Индюшатину. Выпускаем индюшатину. Он пошел жрать индюшку. Мы устанавливаем С4. Можно немного подолбить нашего ликвидатора. Может быть, это, конечно, плохая идея. У меня в прошлый раз вообще на стриме залагало. Можете, баганулось все. Очень, конечно, прикольно. Жри индейку. Жри индейку. Штурмовик. Даст видос. Не надо было, не надо было. Надеюсь, что я успею. Это турель его гасит. Неплохо, неплохо. Сервер будет перезапущен через 10 минут. Это круто, наверное. Пока все получается, ребят. Пока все идет по плану. Индеечка еще одна есть? Есть. Индеечку, жри индейку, пожалуйста. Жри индейку, собака! Мне нужно отключить радиацию. Надо радиацию отключить. Ты что делаешь-то? Ай, нормально. Еще одна турель, которая должна прийти в помощь мне, а не ликвидатор. Ликвидатор, ну что, настало твое время. Мы тебя с турелькой сейчас замудохаем. И, по-моему, все равно радиация лопает мои хп. FN-скар топовая штука. Я знаю, что именно самое крутое оружие. Этот FN-скар. Фух. Все, ребят, я вроде бы все прошел. Почему у меня... А, все, радиация начала отходить. Меня начала попускать. Никаких больше радиационных там событий. И мы, ребят, будем лутать драгоценнейший лут. Даже там 5 минут прошло. Даже вообще немного времени. Это очень круто. И вот здесь нам открывается, мы можем сразу проходить в начало. Все, радиация упала к нулю. Второй этаж мы сделали. Я, конечно, не пробовал никогда проходить. Ну, пробовал проходить третий этаж, но у меня ничего не получилось. Я знаю, что там... Похожий босс с особью Крикун. Сервер будет перезапущен через 8 минут. Нам нужно делать это очень быстро. Сейчас быстрейшим образом мы делаем ветер. Мы лутаем наш ящик. И надеюсь, что у меня бункер Браво опять откатится. И я, ну то есть перезапущен сервер. Значит, все откатится. И мы сможем, ребят, просто взять и заново пройти второй этаж и получить еще раз драгоценнейший вот этот лут. Я потратил 3-4 FN Scar. И хп уже отходит, то есть радиация перестает на нас действовать. Чек! Итак, 20 крышек пивных. Если вы знаете, как точно вот эта вот штука работает, антирад ампула с веществом на основе йода, временно повышает защиту организма от радиооблучения. То есть я так понимаю, что на 5 минут вот эта вот штука действует. Череха мне ответил, черешня. Я думаю, что хорошая штука, и мы воспользуемся уже на третьем этаже, чтобы нас радиация не так уж лопала. Третий и четвертый этаж, ребят, обязательно попытаюсь пройти. Но для этого мы должны собрать определенное количество лайков. Давайте соберем 300 лайков, и я обязательно пройду третий этаж. Если это нам не удастся на стриме, мы это пройдем обязательно в видео. Потому что FN-скары здесь есть. Но Михалыч, я уничтожил практически все FN-скары. Я думаю, что FN-скар даже лучше, чем VS Свинторез. В определенных условиях, в определенных местах. Забрать все. Я попал в бункер, в лобби бункера Браво, да, и получил задание. Забрал, ребят, бесплатные. Здесь я не собираюсь покупать третий сезон, но забираю доступные нам награды.
Очень все хорошо, очень все круто. Надеюсь, вам хоть немножечко понравился этот видос. Обязательно по возможности соберите минус турели, потому что с турельками вы просто там... Ну, я не знаю, может, есть уникальные люди, которые даже с турелями это все проходят. Я не знаю, я попробую когда-то с турелями. Вот это вот ради... Рад, очистка поверхности, не будет пятен, которые коцают вас. Вот это пятно, лужа, которая 20 коцает. Вот эта вот штука. Водяные насосы откачают воду, ребят, отличная штука. Вот эта вот штука, открытие замков. Пока что я даже не знаю, наверное, не нужно пароли какие-то вводить. И отмена патруля. От джиггернауты уберутся и рядовые. Ну и очистка вентиляции. С вентиляцией не будут вылазить плевуны. Но я скажу вам, что турели — это самая штука, которую нужно собрать изначально. Это больше всего вам поможет. Ну а что? А я с вами прощаюсь. Надеюсь, все-таки мы соберем нужное количество лайков. И мы увидимся уже на третьем этаже бункера Браво. Всем удачи, всем пока. Ну и в следующем видео обязательно мы встретимся.